Туриста, получившего травмы на перевале Дятлова, доставили в Екатеринбург. На Северном Урале около перевала перевернулся и упал в ущелье автомобиль УАЗ. Пострадал 52-летний турист, который путешествовал с друзьями. У него переломы. На помощь прибыл вертолет Ми-8 с медиками-спасателями. Рядом с раненым сесть в машине было довольно сложно, мешал сильный ветер. Так что вертолет остался на горе, а за мужчиной спасатели отправились пешком. Затем они поднимали его в гору вручную в специальном медицинском модуле. Самое сложное было это непосредственно время перевал Дятлова. Горы высотой 1100-1200 метров, очень сильный ветер, неустойчивый, с различными переменной, различные направления. Это очень серьезная нагрузка для экипажа. Надо эвакуацию производить как наиболее безопасней и для экипажа, и для пострадавшего.